НАТО высылает 7 российских постпредов. Генсек Альянса отозвал аккредитацию 7 сотрудников в российской миссии в НАТО и откажет в ожидании заявок на аккредитацию для 3 других. Число сотрудников постпредставительства РФ теперь составит 20 человек. Североатлантический Альянс высылает 7 сотрудников постоянного представительства России. Об этом заявил в ходе выступления в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-секретарь организации Анна Лунгиску в Твиттер. В рамках этого ответа НАТО едино в принятии дальнейших шагов. Сегодня я отозвал аккредитацию 7 сотрудников в российской миссии в НАТО. Я также откажу в ожидании заявок на аккредитацию для 3 других, заявил Столтенберг. По его словам, организация сократила максимальный размер российской миссии в НАТО на 10 человек, поэтому число сотрудников постпредставительства России отныне составит 20 человек. При этом генсек Альянса утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику в отношении России. Мы, как и раньше, будем вести двойной подход, обороны и развития диалога, заверил Столтенберг. Он также добавил, что подготовка к проведению нового заседания Совета России, НАТО будет продолжена. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.